don't be drunk in the training. That's useful. Okay. You just go around the circle and you say like your name, what country you're from, how old you are, and an interesting fact about yourself. Лидер, Софья, мамка. Самый главный рисовальщик. Олег! Ну ты был хорош. Был. Всем привет! Сегодня второй день в Баку. И он начался с такого мини-тренинга знакомства с другими странами. А сейчас уже был обед, и мы отправимся в город играть в квест по городу. Что-то похожее было у меня в Бремене. И это будет первый раз днем в Баку. Немного страшно. Плюс 36, но намазаться кремом, взять побольше воды. Кепки у меня нет. Мама говорила, возьми. Пересекаем черту тени и солнца. Одище. Манаты. Мы начинаем наш квест, и первое задание — это не умереть от жары. Я иду, вытираю просто себя пот. Первое задание — найти мечеть в старом городе. Второе задание — сфоткаться с незнакомцами. Наши незнакомцы. Hi. Hello. Незнакомцы. Фото номер два. Ковры, 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 ковры. Шляпки. Шляпки. Написано «Саша». Всем Сашам, которые были в Баку, привет. Капран, привет. Третье задание — найти трех котят. И мы нашли кота. Ой, боже, я не знаю. Но мне кажется, он от жары спит. Мы нашли нормального кота, который не как дохло, а как живой. Три кота. И еще дети. Мы нашли дерево с инжиром. Правда, он еще не спелый. Да. А я очень хочу попробовать свежий инжир. Надеюсь, что в Баку я найду его. Очередные ковры, ковры. Самое азербайджанское мороженое, которое я смогла найти. Пломбир эскимо ванильный. Найти музей ковра. Сделано. Следующее задание – сделать 3 фотографии азербайджанского флага. Go. Мне кажется, что это что-то типа местного Times Square, потому что это площадь и большой экран. Очень-очень-очень жарко. Тот момент, когда я немного потерялась. Если честно, как-то не вовремя, я даже не знаю, куда кто идет, и у меня нет ни одного номера. Люди здесь очень милые, я зашла в какой-то салон. Хороший салон, мне предложили чай, кофе, и Wi-Fi и так далее. Ну, я сказала, что я потерялась. Еду в отель. Несмотря на то, что я потерялась, я пришла раньше своей группы, что немного странно. Хотя я была уверена, что я приду позже. Возможно, они меня искали немного, поэтому не позже. У меня пока очень смешанные чувства к этому городу. Конечно, я пока только второй день в Баку, но... Меня не сильно вдохновляет этот город. Он, конечно, красивый, где-то он мне очень нравится, но я не чувствую никакого inspiration. Когда я была в Париже, меня каждый угол вдохновлял. Может быть, я уже напутешествовалась, и для меня не все такое новое и удивительное, и я очень много думала над тем, что когда-то, наверное, когда-то наступит такой момент, что я не буду удивляться или восхищаться новым городом. И я не понимаю, этот момент уже настал, или это Баку, но Баку красивый. Может, это просто жара.
Доброе утро третьего дня в Баку, и сегодня я совершаю небольшой подвиг, потому что я только что встала в 7:27 и иду бегать. Градусник показывает плюс 28, я не знаю, что это будет, но я сейчас побегу к Гейдар Алиев Центр. Мужчина только что дал мне воду. Нара, йоу. Выдалась скорее не пробежка, а хаман, если вы понимаете, о чем я. Это личный архив. Капли пота бегут по коже. Бэби, тебе жарко, да, мне тоже. Зачитала рэп. Я делаю то, что люблю.